На реке Нюя в Ленском районе устанавливают понтонную переправу. Понтоны доставили из Мирного. Ранее их эксплуатировали в Верхневилюйском районе республики. Сейчас там открыли полноценный мост через реку Тюкян на 702-м километре федеральной автодороги Вилюй. По плану автодорожников для переправы в Ленском районе задействуют от 15 до 27 понтонов. Длина будет зависеть от широты реки после ледохода. За установку и эксплуатацию будет отвечать Миринское управление автодорог. Финансирование берет на себя Росавтодор. Как только понтоны займут свое место, переезд через Нюю будет только по ним. А движение по устаревшему мосту запретят. Строительство нового моста начнется, как только выберут подрядчика. Демонтировать старый мост пока не планируют. Движение по нему будет разрешено в период распутицы. Понтонная переправа имеет сезонный характер эксплуатации. Мы будем содержать его вот с июня по конец сентября. В начале октября по погодным условиям будет демонтаж. Зимний период он будет демонтирован, эксплуатироваться не будет. Летний период будет понтоны, зимний будет ледовая переправа уже по льду.